День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Action Hank. Большое-большое спасибо людям из шикарно названной компании Rage Squid, которые дали мне ключик. И давайте просто посмотрим. И давайте начнем с того, что я понимаю, что не всем нравится тип этих игр. Эта игра очень-очень напоминает... А, как раз, по-моему, я открыл еще другого героя. Так, это пока что нет, этого нету. Ага, вот я ее победил, открыл, но нет. Мне хочется жирный мужик. Вот так вот, это идеально. Это очень-очень напоминает Trials, а то есть ту игру с мотоциклами, в которой мы пытаемся пройти уровень как можно быстрее, пройти разные препятствия и просто проехать как можно быстрее. Но здесь... Так как здесь не настолько важны препятствия, насколько важна скорость, важна инерция. Эта игра мне больше всего напоминает Tiny Wings. Может быть, вы знаете, это маленькая игрушка с iOS. По-моему, на Android это есть такая же игрушка, называется Dragonfly. То есть мы управляем маленьким... дракончиком или маленькой птичкой, в которой мы пытаемся просто всегда-всегда поддерживать скорость, всегда поддерживать инерцию, набираем скорость тем, что подлетаем по горкам и постоянно-постоянно держим скорость, пытаемся идеально все сделать. И, по-моему, эта игра именно такая. То есть здесь очень важно не просто пройти, а пройти как можно быстрее. Здесь есть разные трюки, например, то, что мы... Может быть, я покажу вам. Пока что еще нету. Но вот, например, по этой маленькой горочке можно было бы не забегать, потому что мы теряем инерцию и скорость, забегая по ней. То есть можно было просто подпрыгнуть, и тогда мы, считайте, сохранили бы себе немножко времени. И вот, даже best time. Хорошо, но это, по идее, простые уровни, которые я уже заиграл до дырок. Мне, конечно же, потихоньку нужно учиться и тренироваться, и как это быстрее сделать. И видите, я сейчас еле-еле от бронзы отстаю и обгоняю ее, что плохо. О, господи, я тот же самый уровень запустил? Бе. Но, неважно. Что мне не нравится? Ну, первое, не нравится то, что мало уровней. Но это понятно, потому что игра в раннем доступе, и пока что ее развивают. Что мне не нравится больше всего, это то, что у нас всего лишь одно привидение. Может быть, где-то можно настроить, но я это не нашел. А то есть бронзовое привидение. Это нехорошо, потому что, конечно же, хочется, чтобы было... Вот, да, давайте пойдем Бетси, это, по идее, считать босс этой главы. Так, давайте поедем. И вот, например, видите, здесь мы учимся тому, что выгоднее первое прыгать правильно, а выгоднее не забегать. Так, как только мы забегаем, видите, она сразу же обгоняет, то есть мы теряем скорость. Но, о чем я говорил? О том, что было бы приятно поставить или себя как привидение, или, например, золотое привидение, или серебряное привидение. Может быть, это еще добавят, я точно не знаю. Но пока что это немножко грустно и скучно. А ё-моё, видите, не вовремя прыгнул, и она меня сразу же обогнала, хитрая. Удерживать скорость, удерживать инерцию очень-очень жестоко важно. Но давайте сейчас я пойду на более сложные уровни, на которых я еще не был. То есть у нас целая глава сложных уровней, и потом еще одна глава, которая, по-моему, еще не сделана. Но здесь такие вещи добавляются, как, например, хук. Это страшно. Потому что здесь не только нужно следить за тем, как мы бежим, когда нужно нажимать на слайд, когда нужно пробегать, когда нужно подпрыгивать. Мы здесь когда-нибудь на уровне соберем. Вот он. Да, отлично. Оп, оп, ах! Да. Давайте еще раз. Итак, раз. Ждем два, ждем. Ах, можно было еще больше разогнаться, если вовремя выстрелить. И так, как видите, у нас наверху есть разные пути. Мне нужно было совсем... Я совсем абсолютно забыл то, что это нужно сделать. Оп, так вот, хорошо. Я долго учился этому, долго пытался сделать это, но... Как видите, жестоко. И это уровень, в который я еще не играл. Я как только увидел этот хук, я так...
Хорошо, это классно, это шикарное ощущение, когда получается. Но я пока что потренируюсь просто бегать, у меня уже просто бегать не получается. И уже даже те уровни, которые есть, а то есть сейчас, по идее, немного уровней, всего лишь 10-15 уровней, не больше. Но уже те уровни, которые есть, уже очень-очень весело. Так что можно спокойно брать, можно играть, можно потренироваться, при том, что постоянно с апдейтами будут все новые уровни. Так что можно, если вам нравится такой тип игры. Я понимаю, что не всем это интересно, не всем это нравится, не всем это хорошо. Так что ну, это уже на вкус. Тут просто спорить не о чем. Еще раз, начинаем снова. Я хочу пройти на золото, попытаться, по крайней мере. Так, здесь съезжаем, здесь прыгаем, здесь съезжаем. Каждый миллиметр важен. Так, и было бы классно запрыгнуть туда наверх, пробежаться, но нет, пока что. Так, видите, там можно было просто прыжками. Да, называется, прыгнул. Вовремя прыгнул. Золото, да, сейчас. Сразу же, с разбегу. Дословно. Так, давайте пойдем. Это очень классно смотрится. Посмотрим, что это такое. А то есть я могу просто сидеть, играть в эту игру, всаживать в каждый уровень по полчаса, чтобы просто я хочу это идеально сделать, я хочу золото, почему я не получаю золото, что мне нужно сделать, где мне нужно научиться. То есть все, мне это нравится, но я опять же понимаю, что это такое личное, это может быть некоторым не понравится, может быть некоторым не нравится, то есть один и тот же уровень играть снова. Я просто балдею от таких игр. И я просто вас предупреждаю, может быть, я сейчас хвалю, но может быть это не ваше, может быть это не для вас, так что посмотрите сами. По идее, можно управлять клавиатурой, я вам советую контроллер, это просто удобнее, это здесь не особо большая проблема с этим, то есть тут не так много управления, чтобы можно было сказать, что я не могу управлять клавиатурой, это... Вполне прилично. Просто знайте, что такие игры обычно играются на клавиатуре. И они просто лучше, они сделаны для того, чтобы. Не на клавиатуре, а на контроллере. То есть они просто сделаны для этого. Так что просто не удивляйтесь, если вас люди с контроллерами будут обгонять. Это вполне нормально. Так. Уже первый прыжок. Хорошо. То есть абсолютно облажал его, но ничего. Опаньки. Оп. Твою налево. Тут просто проблема в том, что я... Нужно в сторону прыжка, в который мы летим, нажимать кнопку. То есть тут невозможно просто нажимать кнопку. Или даже если мы нажимаем не в ту сторону, он тормозит. Так что нужно за этим следить. Так, хорошо. И еще раз. Бронзы не будет. Ай-яй-яй-яй. Даже бронзы не будет. Ну ничего, бывает. Еще раз. Так, хорошо. А то есть. Прыжок. Вот как. Прыжок. Вот. Видите, как только набираешь достаточно скорости, все совсем по-другому идет. Так, есть. И прыжок вниз. Отлично. Ах! Пролетел немножко далековато, там, скорее всего, было выгоднее проехаться вниз, набрать скорость. Да, видите, я потерял здесь немножко. Давай, проклятый. Есть. Ух ты! Я абсолютно голого экшен Хэнка нашел. Чудесно. Классно. И для тех, кто думает, почему это все такое игрушечное, по-моему, это просто старый герой, который, герой фильмов и... Может быть, это каскадер был, так или иначе. Это старичок такой сидит, играется в игрушки, вспоминает, как это было раньше классно. Что вполне прилично. Мне нравится, так что посмотрите. Я уже в нее могу играть часами, даже на тех уровнях, на которых, которые уже есть. Потому что мне просто хочется упереться рогами и пройти это на золото. Тут смотрите сами. Качественно, играбельно, еще не полностью, но уже сейчас можно всадить пару часиков в эту игрушку. Единственное, что я понимаю, что это не для всех, так что я не могу сразу же сказать, все берите сразу же, побежали. Нет, не для всех, и я вполне
мне не страшно, что это не для всех. Просто знайте перед покупкой, что это бывает иногда так, что игра ну совсем не нравится, потому что это не ваше, не хочет... Ой. Извиняюсь, не хочется проводить полчаса на одном и том же уровне, это вам не интересно просто. Мне интересно, мне классно, мне нравится. Смотрите сами. Ну, в общем, качественно, играбельно, советую. Жду больше уровней. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.